Анонс и точно дата выхода третьей части сериала «Практикант». Премьера третьего сезона сериала состоится 9 декабря на НТВ. Жесткий и самоуверенный профессионал Егоров сталкивается с очередными криминальными случаями, в которых обнаруживается приметный след. На местах жестоких убийств неуловимый преступник оставляет визитную карточку, несмотря на то, что подозреваемый находится под охраной в тюремном заключении. Следователь, собравшийся уйти на пенсию, вынужден вновь нарушить жизненные планы и задержаться, чтобы наконец-то покончить с загадочным злоумышленником. Помня историю с прошлым напарником, с раздвоением личности, который проходит лечение в психиатрической клинике, майор противостоит новому испытанию, когда к нему представляют молоденькую помощницу. Принципиальный правоохранитель, одиночка, бросается на поиски безумного маньяка, который оставляет за собой кровавый след. Категоричный защитник закона исследует места и пытается обнаружить зацепку, которая приведет к подражателю, устроившему террор по отношению к беззащитным гражданам. Ему приходится объединить усилия с коллегами, вопреки привычкам, проверять алиби и столкнуться с недавним знакомым, не догадываясь о том, что находится на правильном пути. Егоров посылает новенькую в логово сумасшедшего преступника. Напомним, премьера третьей части сериала «Практикант» состоится 9 декабря на НТВ. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.